Итак, дорогие телезрители, всех приветствуем. У нас футбол Weekend on Fast Cup. Часть международного женского дня. Такие вот дела. Кто успел, кто не успел. Много сегодня игр отстримили. К сожалению, не все из них войдут в актив, потому что в одной карте там вообще парень без дыма играл. Соответственно, исход игры будет аннулирован. И такие вот дела. Одну игру я отходил, но две мы отстримили. Сейчас третья, получается, которая пойдет в актив, я надеюсь. Наконец-таки. И у нас дерби. Дерби манкунианское. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Вот такие вот дела. Юнайтед за атаку, Сити за оборону. Посмотрим. Кармен Электро также играет за Манчестер Сити. Вот так вот. И плеер забирает тем временем Нахала под Бэплантом. Это фаст аркада от манкунианцев. Манчестер Юнайтед под Бэплант. И, соответственно, ребята занимают сразу же Б. И секс-машина. Вот это мой просто будет любимый игрок, наверное, сейчас за Манчестер Юнайтед. И здесь посмотрим. Ситуация 3 в 4. В численном меньшинстве Сити будут убивать этот плент. И неплохо, неплохо. Кармен режет. Режет кого-то. Вот это, да, на Зиге, по-видимому, парень зарезал. Идет он с Зиги здесь, Кармен Электро. Продолжим смотреть. И все. Остается последняя Маргарита. Маргарита все очень правильно делала, но, к сожалению, ее зачекали. Вот такие вот дела. Пачка обезврежена, и Сити берут первый раунд. Ну и состав играющих команд за атаку играет пока что по никам озвучу, так как они есть. Плеер, секс-машина, Валентинов, Маргарита и РР. За Манчестер Сити играют Челлиус. Либо Челлиус, либо Хелиус. Не знаю, Челлиус, наверное, все-таки. Кармен Электро, Оливер Кан. Нахал, Хардов, Матал и Герл, Крейзи, Спиби. Вот такие вот дела. Ну и паст, отдача под ямы от игроков Манчестер Юнайтед. Ребята заходят. То есть у нас играют манкунианцы за атаку и горожане, соответственно, за дефенс. То есть, чтобы вы не терялись, если я так буду их обозначать. Пачку могут еще при этом поставить, кстати говоря. Пачку устанавливает секс-машина в пленту. Вот. Ну и секс-машина, это, наверное, будет Уэйн Руни. И тем временем РР с подобранным девайсом. Нет, его забирают. А тем временем Нахал чекал Б. Молодец, красавчик. Вот. И, соответственно, будешь, наверное, Нахал. Ты будешь Я-Я Туре, типа. Ты где? Ты где? Я здесь, Я-Я Туре. Вот. А карман у нас будет. Мне, кстати, карман, честно, вот со стороны фактурно внешне напоминает Карлоса Тевиса из футболистов. Соответственно, карман у нас будет... Кармен Электро будет с Карлосом Тевисом. Вот, Оливер Кан, Оливер Каном. Нахал, Я-Я Туре. За оборону кого еще стоит отметить? Джона Харта, конечно, одного из лучших вратарей современности. Я считаю, это, наверное, будет какая-нибудь Герл Крэзи из ПБ. Ну, наверное, все-таки неграмотно, да, девчонку так по футболистов клеймить. Ну ладно, оставим ее без внимания. И Винсан Компани, это Чеф Челлиус. Вот состав горожан мы обозначили. Тем временем Кармен дает тимкил. Ну, не удивительно на самом деле. И 2-5 мы видим ситуацию на карте. Кам делает реконнект. И остается последний Винсан Компани, капитан команды. Вот так вот. Позиция возле ямы. Кстати, неплохо перестреливает двоих. Зажал, естественно. Школа Кармена. И... Нет, РР его забивает все-таки. Забирает и... 1-2. 1-2, соответственно. Вот такие вот дела. Бенцинов. Я даже не знаю. Более ранние игроки как-то, наверное, будем озвучивать. Плеер это будет у нас какой-нибудь Райан Гиггс. Да. Деня, Пол Сколс. Вот. И такую олдовые ники пацанам поставим. Вот. Валентинов, наверное, это будет Эден Вандерсар. И Маргариту оставим тоже без внимания. Будем обозначать именно как Маргариту. Так что вот такие дела. Маргарита, Маргарита. И другую девочку за КТ тоже будем обозначать. Girl Crazy SPB. Остальные мир забрались. 2-1. 2-1. Тем временем форсбайт атаки. Ребята заходят. Ой, в спину уже заходит Кармен Электро. Забирает двоих. Ну, естественно, в спину. Здесь ничего удивительного. Ох, еще здесь перестреливает Винсан Компани, забирает здесь Пол Сколза на миде. И в итоге остается Уэйн Руни в паре с Маргаритой отыгрывать раунд против четырех. А, Уэйн Руни минус Винсан Компани. Забрал парня на миде. По-видимому, в люльке оформил минус, зачекал еще одного от игрока. И 2 в 2. 2 в 2, вот так вот. Нет, здесь Герла расшибает Уэйна Руни. Ой, с трудом пытается перестреливать неудачно Маргариту. Здесь женская дуэль у нас под аплантом. И все-таки при содействии своего тиммейта Я-Я Туре забирает Girl Crazy SPB последнего. 3-1. Вот так вот. Пока что горожане ведут. Ведут, но
Да, естественно, капитан команды Кармен Электро, он же Карлос Тевес, который также выступал и за Манчестер, и за Манчестер Сити. Два непримиримых врага в футболе, естественно, из одного города, но он выступал за те, за тот, тот клуб. Ну ладно, продолжим смотреть. Тем временем, дефенс, что у нас у дефенса это вообще по закупу? Есть определенный закуп, пошел выход под Б-плен, накидывается, кстати, неплохая тайминговая хае, и сразу же Оливер Кандак готов принимать здесь полузу с колузу. Полузу с колузу, забирает еще и Маргариту при этом. Ну и все, нужно отходить, понимаю, это игроки команды атаки, и Райан Гиггс, Эдвин Вандерсар и Уэйн Руни втроем против пятерых горожан. Ну вот так вот. Уходят ребята. Сейчас посмотрим, что у них будет здесь на меде. Лавентинов. Да уж. Лавентинов, наверное, у тебя ник правильно читается, дружище. Ладно, тем временем Уэйн Руни. Уэйн Руни. Нет, погибает. Погибает от Оливера Кана. Вот так вот. Не всегда вот, конечно, сможете такое услышать где-либо, но если можно. Тем временем пошел выход перемычку, и Оливер Кан забирает тем временем у нас Эдвина Вандерсара. И остается последний Райан Гиггс. Он же плеер на миде за белым. С пачкой на руках уходит он с мидла 1 в 4. И что? Что? Пацаны, экшен будет? Поджим? Нет. Все-таки стоят закрыто. Ну, правильно, на самом деле. Делают дисциплинированно. Кармен Электро пытается запрыгнуть с трудом. Со второго раза у него получается здесь. Пытается простреливать мидл. Кармен, мне так стыдно, что ты мой друг. Ну, ладно. Тем временем плеер уходит. Уходит. Просто пацана зачекали. А, ну все, пошла инфа наконец-таки. Дали еще инфу, по последнему пытается простреливать, и плеер пошли прострел от него в ответ, но его забрал после окончания раунда, еще здесь Айя Туре, соответственно, денег у Гиггса не будет, вот так вот. Ну, за настоящих футболистов не стоит переживать, они зарабатывают миллионы евро, поэтому у них все в порядке, а здесь, конечно, экономика очень многое значит в игре непосредственно, поэтому здесь атака решает играть форсбай. Манкунианцы пойдут под аплен, трое в коврах, Деня с АКМом. Все остальные его тиммейты играют 3 дигла, 1 гло, как я прощелкал, успел прощелкать. И, соответственно, очень жесткий движ под аплентом слышен здесь я. Встал он здесь в тупке на мираже, на апленту, и, соответственно, готов принимать. Вот. Маргарита с пачкой пошла под Б-план. Ну, правильно. Грамотно делает Маргарита. Но суть в том, что ее тиммейты пока что неудачно осуществляют заход под аплен. Хотя, полускоус. Тряхнул он здесь стариной, дает 2 минуса. И пошел десант на аплен. Все перетягиваются. А вот Маргарита будет устанавливать пачку-то на А. Уэйн Руни до сих пор потеет на А. Все, пачка установлена. И не понимают пока что игроки дефенса, и пачка-то не здесь, пачки нету, нужно стягиваться. И Уэйн Руни не смог здесь, конечно же, как можно больше времени сэкономить для последней своей тиммейтки. И, соответственно, Маргарита, 1 в 2, Маргарита пропускает одного. Ну, Маргарит, надо было пропускать, собирать информацию по второму, и нет. Ну, Маргарита, к сожалению, в спину не зажала, сдегла, и 5-1. 5-1, горожане продолжают лидировать. Пока что Винсент компании фраг-лидер, но вторая идет Girl Crazy SPB. Вот так вот, ребят. Поэтому такие вот дела. Обязательно мы еще постримим миксы на фаскайпе. Нужно какой-то формат другой подобрать, подумать, продумать, потому что вот сегодня не все моменты организационные, естественно, я учел. И, соответственно, с пешками, к примеру, надо заранее обговаривать, да, чтобы собрать микс пешек достойных, возможно, потянуть Финча и Пейнха, чтобы они уж показали, на что ребята способны. Действительно, скилловые игроки с фаскапы. Там будет, конечно, интересно за этим наблюдать. Вот. Ну, а тем временем, Пол Сколс, опен фраг, перемычки. Дал. И, опять же, манкунианцы попытаются оттолкнуться от игры на миде и забрали еще Кана на Зиге. Вот так вот. Ой, вообще всех под медом собрали. В пятером, очень грамотно. И пошел выход под зигзаг. Забирают здесь одного. Зачем они лезут, ребят? Ну зачем вы лезете? Руни продолжает подальше идти. Пытаются давить здесь Винсана. И все-таки забирают. Но Руни ничего не боится. Поэтому Руни молодец. 2-5 становится счет для Манчестер Юнайтед. Ой, ладно. Тем временем у нас что вообще будет на карте происходить?
Опять игра от мидла у игроков манкунианского состава. Занимают ребята мидл. И здесь их уже должны слышать. Очень плотно слышать. Ну вот карман по-любому должен был слышать. Его еще и прогрели. Ну, ничего страшного. Здесь Girl Crazy SPB забирает его. А, Руни, карман на подхвате, так скажем, не вышел достойно. И, соответственно, не смог забрать игрока перемычки. От медла играют. Но очень грамотно. Это вот ключик на карте. На мираже это, конечно, не самая ключевая позиция в целом. Можно и без медла отталкиваться. Но я бы сказал, что если уж грамотно играть от медла, то, соответственно, тут можно решать раунды. Раунд укрепляется у дефенса и в дальнейшем он отдается. Поэтому здесь, конечно, правильную тактику избирают на матч манкунианца. И, соответственно, занимает сейчас они уже апленд. Остается Яя Туре в паре с Винсаном компании. И забирают Туре на зиге. Остается последней компании. Компании пошел у нас в кухню. Не перестрелял. Ну, а здесь Пол Сколс в излюбленной манере с подката выносит последнего игрока команды Манчестер Сити. 5-3. Вот так вот. Такой вот счет у нас сейчас. И, соответственно... Да, кстати, по поводу видео. Карман, если даст какие-то комментарии, то после игры узнаете. Но буквально 5 минут и закончим стрим, наверное. Вот, который... Ну, а я говорю о видео, которое еще не вышло. Вот, не опубликовали еще. Ладно. Что-то я уже теряться начинаю по игре. Тут форсбай у дефенса было, как я понимаю. Пол Сколс работает просто великолепно. Забирает троих под Б-плунтом. В соло причем, но Кан его урабатывает. Это было укрепление Б-плунта. И Кармен Электро пока что индивидуально не демонстрирует того скилла, которого от него ждут из года в год. Поэтому неважно, ребят, сколько вы сыграли миксов, сколько фрагов вы оформили. Главное, конечно, как вы будете действовать и понимать игру. Это видно по Кармену Электро. Это можно понять, поэтому такие дела. Денис, ты не уснул? Ладно, тут 5-3. Все, ладно, ситуация 1-3. Оливер Кан последний должен сейвить уже, по идее. И что? Будут сейвить? Да, будет сейвить Оливер Кан. И, соответственно, Оливер Кан... Куда? Куда пойдет Оливер Кан? Будет он выцеплять для себя халяву? Выцепит Гигза? Нет. Дуэль как в 99-м. Нет, все-таки не выцепил, и, соответственно, не было у них здесь огня перекрестного. Да, Манчестер Сити зарубали. Ой, Манчестер Юнайтед зарубались. Юнайтед в 99-м году. Большинство зрителей, наверное, еще и вообще не родились на этот свет. В данный момент мне сюда было 4 годика, но я помню, я это пересматривал. И сейчас такая вот микро-дуэль у Ливеркана с манкунианскими соперниками тем временем. Все, Валентинов разобрал движуху под Аплантом, и он же Райан Гиггс. О, что ты будешь делать? Нет, это Райан Гиггс. Или, нет, это Айдвин Вандерсар, вот, все. Фокусировался я на этом. Остается последний, кто? Ну, компании, конечно же. Он один, по-моему, тащит, вот, если честно, он и Крейзи. Все, все остальные что-то выпали из игры, Кармен молчу, а вот Оливер Кан, Сая Туре. Тут как-то слабо, ребят. Вот. Ну, нужно, наверное, собраться горожанам. И, соответственно, сейчас они, по-видимому, играют эко-раунд с гранатами под апленд. Ребята пошли, решают укреплять апленд. Но, опять же, от медла отталкиваются игроки Манчестер Юнайтед. Более именитый состав Манчестер Юнайтед будет играть от перемычки. Заходят ребята. Но здесь Crazy Girl взяла один девайс и оформила минус по Уэйну Руни. Вот, вот сразу же. Чувствуется скилл женский на фаскапе. Карман. Сейчас. Ой, дал все-таки минус, я думал, да. Ну, естественно, вот здесь забирает. Маргарита оформляет минус. И Яя Туре. Карманом недовольна. И в итоге дают. Что? Дают возможность Маргарите разыграть раунд 1-3. Маргарита, молодец. Маргарита не карман, она может тащить. Маргарита перестреливает в планту, и что? Все-таки она понимает, что игрок, скорее всего, из перемычки. Он последний, и... Ой!
Почти, почти. 4 хп оставила Кану. Вот такие вот дела. Да уж. 6-5. Ну, почти дотащила девчонка. И 6-5. Манчестер Сити продолжают лидировать. Все-таки выходят они снова вперед. Вот, поэтому по окончанию этой игры мы еще определим лучшего игрока, кстати говоря. Но все начинается с опен-фрага. Здесь на миде Райан Гиггс забирает Винса на компании. И ну, вот такие вот дела. Фраг лидера забрали. Посмотрим, как этот раунд разыграют четвером ребята из команды Манчестер Сити. А, это не СВП. Ой, что делает Кан? Да, он перед собой забрал Crazy Girl и... Уэйн Руни оформил по уже рядовому Оливеру Кану. Но здесь, конечно, ошибка, стоившая раунда, в принципе, его тиммейтам. Поэтому 6-6. Такие вот дела, ребят. Продолжим смотреть. Ой, все, давай за карманом посмотрим. Я чувствую, сейчас экшен будет. Давно мы за ним не сфокусировались. Братан очень ждет. Примечание на себя на стриме. Смотри, яму Аркадис B3-2. Ну и... Кармен опять пошел в спину. Ну, должны его слышать, по идее. Да, да, нет, 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 нет. Кармен Электро с B3-2, друган. И он устал на шиф. Зачем? Его уже здесь слышно. Вся движуха на миде, его здесь слышат в любом случае. И пошел выход под Б-план тем временем, кстати говоря. Кармен забирает все-таки спину Уэйна Руни. Вот. И подбирает девайс. Ну вот, Кармен излюбленно наколачивает фраги. А мне еще больше всего нравится у Кармена, что с прицелом в пол бегает. Ничего страшного, забирает здесь одного, но Маргарита перестреливает Кармен Электро. Манчестер Юнайтед выигрывает. Вот. Так что такие дела. Продолжим смотреть. Счет 7-6. И, соответственно, посмотрим. Блин, я столько идей сразу в стрим, что-то по поводу стрима в голову дало, но надо потом их будет еще обмозговать. Как все четко проделать, чтобы со ставочками было во время эфира, было бы круто. Ладно, тем временем, пошел выход под аплент, и манкунянцы опять давят. Опять давят своей прыткостью просто. Маргарита забирает еще и Яя Туре под коврами, но это эко-раунд фактически был от горожан. Соответственно, Оливер Кан сейчас последний, с Долпана будет пытаться играть. Дает он здесь по Вандерсару и... Ой, тут флешка, но Уэйн Руни справляется с Оливером Каном. И, соответственно, счет 8-6. Но в то время, когда они еще встречались в далеком 99-м, Уэйн Руни, по-моему, был, наверное, в клубе Эвертон. Еще в школе, в подготовительной. Он еще только смотрел за Каном по телевизору, а сейчас он просто ему вешает в 2016 году в КС. Да, я уже с ума начинаю сходить. Ладно, 8-6. Продолжим смотреть. Последний раунд, первая половина. Что по фрагам-то вообще? По фрагам... Полскоу с Уэйн Руни. 15-16, соответственно. За оборону. Винсент Компани. Girl Crazy. 18-12 уже наколотили. Ну и... выход под Б-план следует от игроков команды Манчестер Юнайтед. Вот так вот. Ну и забирают. Ух ты, жестко. Как нормально ребята отыграли. Двое. Двое против четверых остаются. Забирают Crazy Girl. Ну что-то нужно делать будет в атаке. Срочно. Срочно, ну и забирает еще и секс-машина, он же Уэйн Руни, последнего. Ладно, смотри, когда игра заведется, сейчас я свернусь по-быстрому, покер. Вот. Я ведь 6 они проиграли, да? Угу. Проиграли, проиграли. В чем секрет вашего проигрыша, Кармен, расскажи. Ты не тащил? Я не знаю, брат. Что-то расстроенный какой-то, печальный. Кто так играет? Ладно, я пошел. Манчестер Юнайтед с Манчестер Сити играет. Есть норм ссылка на онлайн футбол. Ютуб наш скидывают. Блин, скоро уже, скоро будет футбольчик. Будет еще М, сегодня нет, пацаны. У меня час ночи, у меня тоже друган будет сейчас скоро, час ночи. Коу, гол, еще катку, эмок. Ну, играйте, ребят, я не могу по личным обстоятельствам. Так что, играйте карманом. Так что, такие дела. Ждем, пока Уэйн Руни напишет. Да, все, написал он, ретрай. Ой, ретрай, рейзи. Все, завелась игра. Напоминаю, 9-4 в пользу Манчестер Юнайтед. Они перешли, и сейчас они будут играть за дефенс. Посмотрим, будет ли у них такой же, в принципе, безупречный дефенс.
Или все-таки их попытаются сломать. Вот, поэтому посмотрим, что здесь произойдет у ребят. И пошел выход по Зиге от игроков команды атаки. Ребята сплитуют Аплэнд. Один будет играть ковров. И Манчестер Сити готовы показывать на все, что они способны. Ломают здесь Уэйна Руни. И Маргарита дает минус Маргариту. Маргариту забирают, но с трудом. Маргарита еще успела оформить два минуса здесь за Форестом. И, соответственно, забирает еще Crazy Girl, которая последний. Ну, молодцы, Манчестер Юнайтед. Были адаптированы под этот выход в целом, потому что перестроились грамотно, но забрали Руни. Я уже думал, трудно им будет перестроиться, но они молодцы. Выдержали напор. И, соответственно, 10-6. Такие вот дела. Посмотрим. Поэтому ребята будут проходить по зигзагу. Тем временем пятером пытаются ломать. Но здесь прием. Здесь прием. Вы сами все видели, ребят. Все, последний. Последнего забрали. Все. Ладно, уже какой счет? 1-6. Юнайтед идут. Соответственно, сейчас они полноценно уже набрали экономику. Ну как полноценно, конечно, трудно об этом еще говорить. И без поставленной пачки сейчас Сити будут рашить яму. Вот раунд на деньги для них, но их уже плотно прогрели. И все, что осталось сделать Юнайтед, это просто добить каленых игроков команды Манчестер Сити. Уже двукратное преимущество по раундам. 12-6. Вот теперь посмотрим на девайсном раунде, что могут показать игроки команды Манчестер Сити. Вот такие вот дела. Пошли под Б-план. Двое, трое. Все, все, нормально. Опять мидл, опять Зига, опять сплит Б-планта. И опять Маргарита, по-видимому, с... Нет, уже на этот раз с Эдвином, Вандерсара. Маргарита давят, одного в пункту оставляют. Дает он минус, но этого мало. Этого мало. Нужно укреплять наконец-таки Б-плант игрокам команды. Я не знаю, дефенса, потому что вообще ничего под Б не получается. Здесь Руни пытается. Забирает он Карлитоса, Карлоса Тевиса. И, соответственно, 2 в 3. Ой, флешка пошла. Плеер, Гикс. Гикс Уэйном Руни, ребят. 2 в 3. Но здесь тоже трудно. Оливер забирает еще здесь Гикса. Все, Руни последний. Минус. Я Туре. 13-6. Такие вот дела, ребят. А, 12-7. Атака все-таки взяла. Ну, я понял. Вот. И такие... Ну, просто по... Ой, зависла еще пачка. Да я уже начинаю путаться просто уже. Надо соскакивать быстрее со стрима. Ну, ладно. Маргарита принимает Б-плент. Неплохо дала минус. Ушла в закрытую позицию. Ну и правильно, Маргарита не лезет. Готова встречать еще игроков под Б-плентом. Маргарита, минус Оливер Кан. Маргарита, жги, но... Этого мало. Этого мало, тем более она одна принимала. И, кстати, пачка-то зависла, по-моему. Нет, пачка уже под Б-плантом. Пачка устанавливается. И честное большинство, Маргарита перевела этот раунд для своих тиммейтов. Ну, очень хорошо. И плеер минус по Яя Туре. Двое за Форестом будут играть. Двое последних игроков компании уходят за плент. Его пытаются здесь чекать. Но Герла прожала лишь по одному. Не свойственный ей стилю. Ладно, все. Пачка будет обезврежена. И 13-7. Вот так вот. Неужели карманов выиграют? Непобедимого кармана. Топ-1 фасткапа после того, как пропал бригадир. Неужели все-таки... А что, бригадир пропал? Да, вот я на послушного фасткапа читал, что типа что-то пропал он. Нет от него никаких битков жизни. Но появилась новая звезда, по-видимому, карман Электро. И, соответственно... Походу, от него теперь будут фанатеть. Таны. Ну вот, тем более, спектр возможностей, который он может осуществить на портале, очень большой. И прогнозы, и топовая игра, и комментирование. Все, что угодно от кармана можно ждать. Тем временем, Girl Crazy дает два минуса. Но ее тиммейтов забирают. Опять у нас Сити остаются в чистом меньшинстве. И сейчас... Ой, здесь карман забирает Эдвина Вандерсара. Вот так вот остаются. Хотя нет, игрок-то вылетел. Я просто смотрю, что по умершим. Райан Гикс последний против Карлоса Тевиса и Girl Crazy из PB. Ну так, пачка руки.
Давай посмотрим за карманом, что он будет делать. Мне кажется, его сейчас просто багнет. Смотри, оп-оп, тайминг. Оп, не попадает. Ой, попадает по одному, ну и карман электро. Топ-клатчер, топ-клатчер фаскапа. Так, смотрим. Топ, смотрим, смотрим. И... Против АВП один в один, ты понял, да? Ты понял, да? Просто забей. Зачем открываться? Зачем открываться в предсказуемую позицию против фотки? Я не знаю, при поставленной пачке. Ну это просто Кармен Электро, это звезда фаскапа. Здесь других объяснений не может быть. 14-7. Да, двукратное преимущество по раундам уже у Манчестер Юнайтед. И парень просто с АВП берет раунд в 2. Ну... Причем играя за дефенс, выбивая пачку. Да уж, не всегда такое встретишь. Ладно, тем временем пошел выход под Б-плент. И Кармен Электро пытается давить. Зажимает, зажимает. Все-таки прожал здесь парня. Честное большинство. Будут устанавливать пачку, борются, потеют. И что? Что здесь у дефенса будет? Пошел размен где-то вообще еще на теровском респауне. До сих пор ребята воюют. Но долгая-долгая будет перетяжка, если она последует вообще. И Маргарита ждет выхода с Фореста. Посмотрим. Маргарита. Нет, никому она не чекает. Уходит. Уходит в освоясь на КТ спаун. Забирают. Забирают Маргариту. И в итоге плеер последний. Гигза нет. Гигза не забирает. Гиг сейвит фотку. Кстати, вчетвером. Вот. Вот за счет чего Карман может брать. Ему нужно просто досить своих соперников, да, и все, они будут вылетать. 5-4, можно брать игру. 13-8, поэтому сейчас, тем более, ушел на Свейн Руни, обиделся на своих тиммейтов, походу. Проблемки действительно у него произошли. И Деня пошел в аркаду. Его, кстати, правильно сделали, что вот распределились, в принципе, по карте грамотно. Можно и в четвером отыгрывать так раунд. Пошел выход под Б-плен, тем более Гикс оформляет опен фраг. Можно стараться, можно потеть, но Маргарита слишком рано ворвалась. Нужно было ждать тиммейтов, наверное, все-таки. И Райан Гикс минус по Яя Туре. Смотрим дальше. И забрали одного. Все, ситуация 2 в 4. Ну, можно тащить, ребят. Ну, пора, да, 2 в 3. Но здесь не чекают банально парня. Компании дают сделать 2 минуса. Скоулс против Кана. Вот так вот! Вот так вот! Раунд-то возьмет? Что-то мне это не дает уверенности, но будет действительно бум, да, походу, 14-9. Да, буквально около секунды не оставалось парня раздефузить, и поэтому 14-9, да, команда Кармана может тащить. Но я чувствую, что все-таки один вот мой прогноз, конечно, это несправедливо так прогнозы носить во время игры, да. Но мне кажется, овертаймы будут, потому что сейчас какой-нибудь шаршальный раунд за КТ зайдет, и все, а потом, возможно, отдадут они четвером против пятерых. Вот, поэтому продолжим смотреть тем временем. Здесь стрим, здесь ребятам не нужно ливать, и поэтому Карман Электро оформляет минус по Дени на миде. Вот так вот. Дефенс, ребята. Ребята играют эко, ну правильно. Тем более решили укрепить Б-плен, почему бы нет. Пытаться выбить халяву для себя, выцепить кого-то. Но нет. Смотри, плеера чекают, и плеер дает минус по герле. Она не чекнула плент, не дали ей информацию, что в пункту был игрок, и вот так вот. 14-10, я так понимаю, да? Или 11? Паркер. Угу. 14-10. Да, 14-10, поэтому продолжим смотреть. Вот так вот. Кармен Электро сразу с ХАЕ в руках открывает аплайнт. Но Кармен на стоповый, ничего страшного. Кармен Электро, Карлос Тевис. И, соответственно, теперь продолжим смотреть за тем, как Сити будет штурмовать аплайнт. Вот так вот. Плеер забирает первого при выходе на себя. Забрал он здесь герл с ПБ. Смотрит дальше. Блин, так как вот против эмок поиграть, прям давно не играл. Вот эти эмки мне нравятся. Вот просто это не шальные ребята. Поэтому... Ну ладно, посмотрим.
хорошо. Ну, ничего, чистое меньшинство. Ну, чувствуется, да, ребят? Уэйна Руни нету, все. Ребята посыпались. Ну, четвером против пятерых трудно, конечно, играть. Что в футболе, что в КС, чистое меньшинство сразу дает о себе знать. Поэтому плеер будет сейвить палку АВП. И сейвит под Б. Его здесь зажимать уже не будут. Так что, вот так вот. 14-11, да? Кармен Электро уже пытается догонять своих соперников. Поэтому продолжим смотреть. И тем временем горожане у нас пытаются опять сплитовать Б-плент. А что у нас по Б-пленту? А, одного под Б оставили. И Хаеси под ноги. Ничего страшного, друган. Можешь реабилитироваться сейчас. Но пошел выход под Б-плент. Тем более, да, дает один минус. Но этого мало при приеме плента, потому что чистое меньшинство заочно, да. У ребят играют четвером. И вот сейчас, благодаря минусу от Гигза, можно постараться. И... Забирает все-таки одного. Деня минус Винсент компании. И что дальше? Что дальше будет у нас? 2 в 2. Деня, можно тащить. Ну, Деня дал минус по герле. Полскоу с Райан Гигзом. Просто связка старичков. И ребята будут обезвреживать пачку. А вот теперь-то какой счет? Ну вот, как я и говорил, раунд зайдет. Last round. Ну, возможно, last. Ну, это так называемый last round, все правильно ты говоришь, вот, поэтому посмотрим, смогут ли они его реализовать, вот, поэтому, не знаю, получится у них, нет, возможно, будет овертайм, наверное, овертайм, я уже, ребят, мне нужно торопиться, поэтому, наверное, овертаймов не будет, не увидим. Такие вот дела, ну, давят, и, соответственно, здесь, такие вот дела, занимают они B-plant. И, соответственно, сейчас посмотрим, смогут ли игроки команды Defense засейвить последний гикс. Поэтому продолжим смотреть. И плеер последний. Ой, да он еще и выбивает девайс из Кармена. Выбивает еще девайс из Герлы. Ну и все. Вы просто, ребят, скажете, да, сейчас подведем итоги быстренько, если как бы будут оверы по сути. По основному времени подведем итоги. Кто считает лучшего игрока встреч. Вот, поэтому. Мне кажется, вот если так промежуточно говорить, то даже не знаю. Вот по первой половине понравился Чеф Челиус, да, вот его ник был. Вот. И Вейн Руни, а во второй половине. Вот Гикс. Ну, он придет 30 на 3 просто, парень. И, соответственно, его... Нет, его тиммейты здесь забирают в коннекторе. Все, и пошел разбор халяву под Бэплантом. Опять же, ребята заходят сюда вообще как к себе домой. И смогут ли им здесь дать отпор. Забирает одного, забирает еще одного. Парень просто божит. 32 на 3. Как думаешь, какой бы плюс он получил, если бы они выиграли? Я думаю, что очень дикий. И смотри, есть шанс. А, ну, 1 в 2... Маргариту, конечно, здесь зажали, и, соответственно, такие дела. Смотрим. Да, он и так плюс получит, правда, ну, не такой большой. Ну, это понятное дело, да, если бы а так, конечно, вообще бы адовый плюс получил, но он явно не МС. Скатился, сбросил. Ну, это бред, потому что видно по стрельбе, ну, не тянет на инку, он там... Не знаю, мне кажется, по реакции это МС, как бы... Ой, смотри, что творит Маргарита, ставит два головошота, ну... Ох, какие просто диглы уверенные, смотри, что они творят, один в два, и... Один в два, они просто могут... Но! Ну, слева, ты не слышал? Ай-яй-яй, ну как он не слышал? Смотри, куда он смотрел. Вообще, ты как слева стреляет, типа он смотрит направо. Ой, как я далек от этого, ладно. 15-14, последний раунд, действительно последний раунд этой карты, поэтому... такие вот дела. А если при счете 15-15 все ливнут, кто выиграет? Или кто последний останется, тот выиграет? Да, кто последний ливнет, тот и выиграл. Вот, и сейчас посмотрим. Выход под Б-плен. Все, всех разбирают. Ну,
Здесь не совсем... Ой, хотя Маргарита... Ну, Маргарита пытается потеять. Вот. Давайте все-таки, ребят, по основному времени выберем. Ну, здесь, конечно, тоже не совсем объективно получится, если судить Маргариту и Герлу.